Союз композиторов Санкт-Петербурга и Фонд поддержки искусств Сергея Сколков и его друзья в преддверии новогодних праздников пригласили вас на вечер «Рождественская звезда». Ну а сегодня, как всем вам известно, отмечают Рождество по Григорианскому календарю. И мы поздравляем всех, кто отмечает именно этот праздник. Рождество Христово, на душе светло, праздника святого солнышко взошло. Небеса так ясны, белый день в ночи, то младенцу в ясли шлет звезда лучи. Стало плотью слово ради наших бед. Рождество Христово, вечной жизни свет. Ну что ж, а начинаем мы нашу программу с произведения нашего художественного руководителя Сергея Осколкова. Фантазия «Вифлеем» для флейты, скрипки и фортепиано. Но так как сегодня вечер проходит в дружеской обстановке, мы не будем называть все титулы наших исполнителей. Итак, исполнители: Ольга Следникова, флейта, Амулана Ачирова, скрипка, и автор Сергей Осколков, фортепиано. Thank you.
Амулана Ачирова и Сергей Осколков. Thank you.
Ариэль убитый и запертый Джудита. Thank you.
Гофмана. Наклонив над влагою рога, козлы не пили, стадо на откосах не двигалось. Пастух, поднявший посох, оцепенел, с простертой рукой взор устремляя ввысь. А над рекой, над рощей пальм вершины опустивших, хоть воздух был бестрепетен и нем, повисли птицы на крылах застывших. Все замерло, ждал чутко Вифлеем. И вдруг в листве проснулся чудный ропот,
и стая птиц звенящая взвелась, и прозвучал копыт веселый топот, и водных струй послышался мне шепот, и пастуха вдруг песня раздалась. А вдалеке, развея сумрак серый, как некий крест, божественно светла, звезда зажглась над вспыхнувшей пещерой, где в этот миг Мария родила. Сергей Осколков, ПДД из маленького балетного дивертисмента «Принцесса Пуэте», исполняет автор. Сорок, не больше. Я сосчитала, 40 ровно. Все нормы, но это, в общем, предпраздничное время. Мы имеем право. Тем более на улице зима. Вот. Но хочу сказать грустную ноту. Эти два года, которые мы живем в непонятной совершенно такой тюрьме, что происходит, люди болеют, уходят на небеса. Вот несколько дней назад ушел из жизни замечательный поэт, близкий друг фестиваля, который от первого фестиваля, собственно, все 24 года, которые мы существуем, он был с нами, поэт Александр Вишневский. Царство ему небесное, вечная память, и можно называть другие имена. У каждого из нас есть свои потери,
И круг этот очень уже как бы так вот, вот близко. И вот поэтому вот следующее произведение будет посвящено памяти Александра Семеновича Вишневского и всем, кто от нас ушел, но кто с нами по-прежнему. Вот так. Сергей Осколков. Три романса на стихи Михаила Юрьевича Лермонтова. Редеют бледные туманы, немедли в дальней стороне, зови надежду сновидением. Исполнители Игорь Шумаев, Амулана Ачирова и Сергей Осколков. Thank you.
Мой сон не скрой.
колодка няня мне в рождественской ночи про судьбу мою гадала при мерцании свечи. Да на картах выходили интересы да почет. Няня, няня, ты ошиблась, обманул тебя расчет. Но зато уже влюбился твой воспитанник не в мочь. Погадай мне, друг мой, няня, нынче святочная ночь. Что, не будет ли свидания, разговоров или письма? Выйдет пиковая дама или бубновая сама? Няня добрая гадает, грустно голову склоня. Свечка тихо нагорает, сердце бьется у меня. Генрих Венявский, две пьесы «Легенда» и «Мазурка» исполняют Амулана Ачирова и Сергей Осколков. Thank you.
Фриц Крейслер, синкопы. И в тишине родился с нами Бог. И многое уж невозможно ныне. Цари на небо больше не глядят, и пастыри не слушают в пустыне, как ангелы про Бога говорят. Но вечное, что в эту ночь открылось, несокрушимо временем оно. И слово вновь в душе твоей родилась, рожденная под яслями давно. Да, с нами Бог. Не там, в шатре лазурном, не за пределами бесчисленных миров, не в злом огне и не в дыхании бурном, и не в уснувшей памяти веков. Он здесь теперь, средь суеты случайной, в потоке мутном жизненных тревог владеешь ты всерадостную тайной. Бессильно зло, мы вечны, с нами Бог. Сергей Слонимский. Стихи Лермонтова. «Ангел» исполняют Игорь Шумаев и Сергей Осколков.
Алексея Толстого. Серенада Дон Жуана. I'm yours still, I die.
завершении нашей встречи Имре Кальман, дуэт Сильвы и Эдвина из оперетты «Сильва». Исполнители Марина Бухнерик, Игорь Шумаев и Сергей Осколков. Своим личным присутствием. Надеюсь, мы останемся друзьями. Разумеется. Вы, князь, наверное, подумали, что я всерьез приняла ту шутку со свадьбой. Я посылал тебе письма в Париж. Ты не ответила ни на одно. О, вы знаете, столько дел, подготовка к свадьбе. Потом первые дни медового месяца. О, не такой нежный супруг. Что ж, я поздравляю вас. Благодарю. И когда же вы последуете нашему примеру? Как можно скорее. Постой, Сильва. А как же наш вечер в кабаре? Наш последний вечер. Неужели это был только сон? Да, только сон. Но самый дивный сон во всей моей жизни. Забыть мне те мгновения нашу старую дом на сцене, где в любви мы поклялись. Упреки наши не помогут.
2022 года, чтобы не было этих масок, этого закрытия всевозможных, там, я не знаю, магазинов, кафе и так далее. Театр. Чтобы мы, да, театром... Прививаться надо. Это правда. Мы согласны, что прививаться надо, видимо. Ну, всего самого доброго. Будьте счастливы. Приятных, радостных праздников и хорошего года. Наступайте! Ручки подними, пожалуйста, вот сюда, вот, да-да-да-да-да, вот так вот, вот-вот-вот-вот. Какие хорошие, какие хорошие. Какие замечательные. Отлично. Стояли они так. Правда красиво было? Ну, я верю, я поэтому уточнила. Очень красиво. Очень красиво. Нашу, да? Вы закрыли.
тоже в Волгограде. Да, да, да. Гениально. Все есть. А мы все свидетели. Теперь втроем. Давай все один. А так нет, весь на дурачков получается. Давай хоть на цепочку вставь. А я буду гномиком. Ну не надо. Давайте поучим сначала на Александра. Давайте. Теперь на Славу. Выпивающий, значит, солисты. У меня все и идет. Да, да, да. И безупречный, безупречный Сергей Александрович. Еще раз внимание. Еще раз на Александра. Огонь. Получилось? Замечательно. Спасибо, давай, иди сюда. Да. Конечно. Вот так вот. Так и получится. Смотрите, как получается он на свету. Посмотрите, какое светлое личность. Светлая личность, да. Вот так вот. Это подарочек? О, здорово заработало. Леночка, встань рядышком. Вот так вот. Как хорошо, когда освещено. Просто супер. Да-да-да-да. Машите. Что это такое? Леночка, ну-ка давай представь. Мальчиков представь. Новым годом подарок от Леночка. Самый замечательный тигр принесет. Ты что-то тихо очень говоришь. Ну-ка погромче. Нам принесет тигр. Главное не болеть. Здоровый будет тигр. Тигр он живой. Это точно. Помажите мне рукой, я люблю, когда мне машут рукой на память. Вы тоже там вот присоединяйтесь. Нет, слушай, ты посмотри, это тут вообще шедевр. Женя, Евгений, который вот этот вот, который слева, на меня смотри. Ни у кого стоит,
Девочка гений. Так, ты загадала желание? Я всех сразу одно. Так, ручкой мне помашите. Друзья мои. Я не могу. Почему это ты не можешь? Вот она за всех. Евгений Гинпер и Евгений Жаворонков. Два художника. И муза. Оля, ты попал. Ай, как здорово. Как здорово. Все, все, все. Дед Мороз пришел. Шампан всегда. Она всегда. Так, Инточка подошла. Лена! Женя, ты как Дед Мороз будешь? Чего я? Как Дед Мороз будет? Саша, Thank you very much.